Всем привет, меня зовут Марат Сутаев, я директор магазина «Шутерман». Очень часто в магазин приходят звонки покупателей, которые хотят купить какой-нибудь набор для стрельбы из пистолета, ну, и не знают, какой купить. Что бы я мог посоветовать для начинающих? Начинающий стрелок, он еще не знает, будет он заниматься этим, не будет. То есть первое занятие он прошел, ему понравилось, и он думает, что будет всю жизнь этим заниматься. Но не все так хорошо. Из 100 человек в спорт приходит всего человек 20. Поэтому хотелось бы предложить наиболее комплект, наиболее подходящий цена-качество. Какой бы я лично предложил? Например, в набор входит ремень, подсумок для магазинов и кобура для пистолета. Наиболее подходящая цена-качество — это у нас ремень Stitch Profi. Ремень Stitch Profi для стрельбы из пистолета. Это 40 мм. Он двойной. Также к этому набору идет пауч универсальный с изменением угла наклонов. Чем он больше? Если вы занимаетесь Ерыгин, Глок, ЧЗ, все магазины подходят, он универсальный. Также он имеет изменение угла наклона. Вот так это происходит, в любую сторону можете направить. И третий аксессуар — это кобура, в зависимости от того, с какого пистолета будете стрелять. Вот такого типа. Если будете стрелять из Чизета, есть кобура на Чизет. Если стреляете с Викинга, есть на Викинг. Если стреляете Глок, есть Глок. Продемонстрирую, как это все одевается. Ремень, он двухслойный. Ремни есть красного цвета, черного цвета и синего, желтого. Разнообразные оттенки. И самое важное — размер ремня. Это продевается ремень в шлевку брюк. Затягивается. И верхняя часть ремня уже с одетыми. Для чего нужен двойной ремень? Первый слой носится на брюках, а на втором слое уже одета вся ваша экипировка. Второй слой делается для того, чтобы эта экипировка осталась здесь. Вы ее не снимали, не одевали постоянно, а все носилось на ремне. То есть одеваем ремень поверх той липучки. Это ремень Stitch Profi синего цвета и паучер универсальный по 4 магазина с изменением угла наклона. Он имеет и свою липучку, одевается на любой ремень, так что он всегда вам пригодится. Это первый раз мы подгоняем как удобно. Первый магазин заряжается самый неудобный. Для выполнения длинного упражнения в IPC нужно провести всего лишь 32 зачетных выстрела. Поэтому подсумок на 4 магазина, даже зарядив по 10 магазинов, вполне хватает. Сейчас мы продемонстрируем.
все очень удобно, выхватывается легко и работает легко. Такой комплект обойдется кабуратом, ну, на сегодняшний день, на день выхода этого видео, около 1200, подсумок 1900, ремень там около 2000. Поэтому наиболее самый дешевый, недорогой и очень удобный. Если вы решите заниматься и дальше спортом, допустим, ремень можно оставить тот же, подсумок тот же, а кобуру уже поменять на более профессиональную, какую-то крутую модель, дорогую. Все, всем спасибо. Кому понравилось, подписывайтесь. В следующем ролике мы покажем набор для стрелка из ружья и набор для стрелка из карабина. Всем спасибо. До свидания.